решила, что я когда-нибудь начну петь шансон. Потому что курю – это не шансон, это ча-ча-ча. Так вот, и в этом, не в этом году, в 19-м я поставила 9 и 10, 9 числа, это будет первый раз в жизни у меня концерт в Петербурге, который даже будет просто называться «Блатной». Потому что надо наконец-то делать то, о чем о тебе говорят 10 лет подряд люди. Я, честно говоря, сама могу сказать «Вау!». Потому что я за 10 лет назад пела песню «Ордынку». А еще я, когда была маленькая, сочиняла вот такую песню. Вот мы только сейчас с Валерой ее прорепетировали. Она, кстати, тоже будет в одном концерте. Что было в голове у человека? Любовь. Только не торопись. Тут это, видишь, это тонкая душевная организация. Смотри. Сейчас еще, смотри. Легким ухом падают снежинки. Я бегу, а одна по тропинке. Я бегу, а одна по тропинке. Это блатная песня, попрошу. Не жалею, не зову, не плачу. Все быстрее, ну а как иначе? Все быстрее, ну а как иначе? Знаю, милый, снова в переделке. Я узнала, ну такой сяда с звездной стрелки. Я узнала, я не знаю, это не платье, это что? И вернется давно он, ой, вот что я... И вернется он домой не скоро. Как тяжело быть женою вора, тяжело быть женою вора. Аэропорт, все, я пойду опять в себя, вернусь. Спою потом Шопена обязательно, все. Я очень хочу, я говорила о метаморфозах и о том, что творческому человеку нужно обязательно чем-то питаться. Питаться можно только чужим творчеством. Когда человек начинает питаться собственным, это очень плохо заканчивается для человека. Поэтому сейчас будет такой маленький блок из очень хороших песен. И вдруг вы не обязаны обязательно знать этих авторов, эти песни. Поэтому я должна обязательно объявить. Во-первых, эти авторы разрешили мне петь эти песни. Я говорю сейчас о Гребенщикове и конкретно о Павле Кашине, талантливейшем поэте нашего времени. Вот. Я спою вам три песни. После
чего, клянусь, такого безобразия больше не будет. А надо бы. Нет, будет. Я тут поняла, что я еще все-таки весь порох у меня. Где ты? 27 января 42, пока мне 41, поэтому я могу еще вниз. Шалить. Напиллер есть, варенье дофига. Итак, давайте сделаем тогда, начнем с Бориса Борисовича. Окей? Поехали. На сером снегу сбиты с камней имена. Я много лет жил в долгу. Не забыли сказать, долг заплачен сполна. Пахнет застарелой пиндой. Солнцу не пробиться в глубину его глаз. Еще один раз. Есть одно слово, которое трудно сказать. Скажи ему раз, железная клетка пуста. Останется ночь, останется бесежная степь. Молчащее небо и северная звезда. И кажется, что там впереди что-то непременно для нас. Но сколько ни бежать, отсюда никуда не уйти. Едва ли я приду сюда еще один раз. Thank you.
Есть повод прийти сюда еще один раз. Смотрю, как она умирает. За меня, за меня.
в одном месте далеко. Там у меня застыло детство, и там ничего не меняется. Это я поменяла 3 на 4. Это я для кого-то стала отчаянно нужной. Но все меняется в этом мире. А он был и остался. Поселок в Южном. Не порвется сегодня у Миши ни одна стальная струна. Слово за словом. Слишком вот было все. Слишком. И я спою вам, что я курю одна. Мой трубач, он откусывает ноты у пассажа длиной в ночь. Что мне надо было, я точно знала. Мне нужна была северяночка дочь. Я бы ее назвала Урсулой. Ну, не получилось у меня, как сказать, это успеть. У нее были бы папины скулы. И как мама, она могла бы сметь. А так вот, теперь я просто рыдаю в сугробе. Слезы стынут, ничего. Зато сердце тает. Из снежно-родиновой утробе. Это вообще абсолютно все. Понимаю. Скоро сумею.
я могла так жить. Не понимаю, где же ты раньше был, где была раньше я. Давай же на этот раз смогу, не потеряя. А я вот улетаю, сердце одно.
теперь мира мало. Хоть этот мир, он весь во мне. Прошу, знаете, вы поймите, я пишу сама песни про себя, про свою жизнь. Вот и все. Она такая неправдивая сейчас песня. Неправдивая. И еще и белую птицу как раз тут до кучи сейчас. То что нужно? Скорую просто вызови сразу. Чтобы я это... Там вот это... Я знаю. Пожалуйста, люди, за то, что вы любите эти песни и «Золотая рыбка» это... Значит так, сейчас мне надо спеть самой себе песню, успокоиться. Сынок! Да, мне надо успокоиться, я же его месяц не увижу теперь на гастролях-то. Это самая девочка. А девочка у меня вообще, видите, как очень хотела девочку родить. Слушай, какая депрессия сейчас начнется. Девочки, тихо! Подождите. Сынок! Сынок, сынок. Можно я спою песню? Да. Спасибо. Значит, если мужчинам, которые пришли первый раз на мой концерт, было неинтересно, это нормально. Ну, пару моментов, когда я пас сделала, ничего было, согласитесь. 85 кг живого веса и почти в плее. Не волочкова на снегу. Ну это реально, ну, это моя любимая сейчас песня, это правда, это Филипп. С Ольгой мне не разрешали, но они все равно ругать не будут, потому что ко мне очень трепетно Филипп относится. А Ольга, как далеко не глупая женщина, нормально ко мне относится. Потому что она вообще не глупая женщина. Потому что в банде была баба, звали ее. Сами знаете как. Вот просто босанова. Это моя любимая песня сейчас. Я ее сама сочиняла. А что так? Если
тем мужчинам, которым мое плие не понравилось, вот, и вот мам, я сейчас исполню эту песню, хорошая песня, потому что она, во-первых, не моя, она народная. Это песня казаков Верхнего Дона. Придете в интернет домой, особенно мужчинам хочу сказать, курю будет все. Я же все пока свои, видите, я-то свои слова держу. Леон Сюрденко вы запомнили, он очень понравился. Есть такой человек, ой, вообще, феноменальный, Юрий Щербаков, в Волгограде живет. Казак до мозгов костей, вот как есть, так и есть, вообще без всяких понтов. Мужчина, я вас, вот если любите песни, действительно такие вот, ну хорошие песни, послушайте Юрия Щербакова, он поет, дядька. Очень трудно переплюнуть. Я его не переплюну, потому что я буду петь песню. Я у него подслушала, ну как, народную песню ты не можешь ни у кого украсть. Только у народа. Вот эту песню я люблю. В ней очень большая мудрость заложена. Песня называется «В саду при долине я розу рвала». Ой, еду Россию и краще найду.
Город Хабаровск, клавиши. Иван Любимов, бас-гитара. Валерий Герасимов, акустическая гитара, Санкт-Петербург. Город Ставрополь, электрогитара, Михаил Алексеенко. Иван Неклюдов, саксофон, город Санкт-Петербург. Трамбон, Алтайский край, село Лосиха. Александр Куснин, труба, город Вятка. Михаил Альбертович Яцевич, Санкт-Петербург, труба. Восточная Сибирь, Иркутская область, станция Сима, 34 тысячи населения, Екатерина Сергеевна, Баранова, вокал. Восточная Сибирь, Иркутская область, город Усть-Илье. Ксения Александровна Антипова, вокал. Александр Яковлевич Робыш, город Колпино, звукорежиссер. Цвет настроения мало половин. Нет, конечно, это все шутки. Вы знаете, единственное, что можно перед тем, как уйти, потому что я иначе не спою эту песню во втором чате. Курю, абсент, желаю. Вот это вот все. Потом вот еще, не дай бог, я двери начну петь. Вот. Я очень хочу спеть, Саша, умоляю, для меня. Я хочу спеть эту песню. Это тоже не моя песня. Вот. Но я считаю, что эта песня про меня и про Сашу абсолютно. Песня называется «Чубчик кучерявый». Сашенька, тебе можно хоть в ля миноре, хоть в соль, дубль, диез. Те же вид сбоку. Одну минуту цветы несут, пока еще живой. Александр, для него. Сейчас, подождите, цветы.
сказали учням передать. Теперь также играй. Журеночка. Подожди, еще нальют. Как сыграем? Мы, кстати, вдвоем можем выступать. Если, ну, а вальс возьми. Раз, два, три. Скромненький сиротучек от осопущенных плеч, ты провожала, и еще синий платочек беречь. Я совершенно не собираюсь смеяться над такими песнями, потому что таких песен я могу вам спеть еще на 3 часа. Вот, а мы все-таки поем с ним. Thank you.
сейчас антракт. Девочка сейчас бежала с фотографией. Смотрите, тут такая ситуация, что... Я не фотографии начала продавать, чтобы деньги здесь 10 рублей на них зарабатывать, а для того, чтобы потом по... Бывало, я один раз села и 700 с лишним открыток подписала. Люди, реально тяжело. Потому что ты, во-первых, туда даже души не складываешь, ты просто как автомат это делаешь. Поэтому автографы, я к ним очень специфически отношусь. Я сажусь в гримерке, беру фотографии, аккуратно подписываю. Потому что фотографии мои, они распечатанные. Ну, мои, прям, ну, даже я. Вот. И вместе с дисками, с книгами, даже книги, по-моему, сегодня несут, стихи. Стихи, да, это стихами, конечно, не назовешь. Знаете, я сейчас, наверное, прочитаю самое, одно из самых тех, которые почему-то крутятся постоянно сейчас в моей голове. Доброго тебе утра. Сладко тебе спалось? Что тебе ночью снилось? Нет, ну, может, что-то запомнилось? Я думаю, тебе снилось лето. Лодки, вода, вино. Костюм, наверное, от Валентина, да? Мороженое, мое вино. Доброго тебе утра и хорошего тебе дня. Когда ты проснешься, просто вспомни хоть про меня. Антракт до второго отделения. Я к тому, что на этой открытке моя личная подпись. Это не скриншоты и не это, это мои личные подписи. Нету подписанных? Это подделка. Я сейчас лично сяду, подпишу фотографии, и после второго отделения будут... А как? Воры! Поменяю лица, зеленый цвет я не поменяю. А я узнал единственный, что Иван Гог и Иван Зинский.
Остановите поезд, я сойду. Не актуальна девочка и лжива. Останови сама. Или выходишь на ходу. Желательно сама выходишь и красиво. Я резко захотела вдруг назад, в свой будильник в 6 утра, полярной ночью, и бежать. Вот куда? Вокруг самой себя. Вокруг всего вокруг. Как время точно. Кстати, время беспощадно, как чума. Но изящней драгоценности не сыщешь. От времени и горе от ума. А время будет, вернее, время может стать твоей духовной пищей. У времени врагов 160. 365 равнодушных. Предателей 12. И еще 12 тех, кого вообще не надо слушать. И время мстит, смеется и идет. Бежит тобой своей дорогой, как тот поезд. Остановите поезд. Не пойдет. Да потому что я сейчас и есть тот поезд. Что делаешь? Лет, ты делаешь, что делаешь?
И я сейчас как могу, так перед тобой каюсь. И я сейчас вот как могу, так каюсь. Хватит, давай споем, давай же обнимемся. А мы вот сейчас живем и вот сейчас видимся. И только в наших руках наши жизни и наши судьбы. Делай, что делаешь, а там будь, что будет. Ты делаешь, что делаешь, а там будь, что будет. Я падаю на траву, как тихо тут, как красиво. Господи, я живу, и большое тебе спасибо. И ты меня извини, я жить тут пытаюсь. И я сейчас как могу, так и каюсь. И я сейчас как могу, так и каюсь. Я уже давно реву, и не только отчасти. И я совсем не свободна. Блин. Без участия и причастия я теперь сама себе господин. Я живу в самом центре Питера. Я слышу старых дождей и этюды. У нас ночи белые, то, что слегка, а нормально качаются. Мы в Питере всегда это чувствовать будем. Удивительное удручение в восхитительном декадансе петербургского самомнения в постоянном таком
легком полуреверансе. Я всегда прихожу в сознание от этой милой эстетики бардака. У нас в Питере не говорят «до свидания». У нас всем говорят «пока».
Потом я написала «Радуйся». Вот. И в каждый период, слушайте, сколько лет это прошло, вам не говорю. И сейчас я спою песню, которой нигде нет, не было и очень долго не будет. Совсем не те двери, и ты остался.
Это я для самой себя.
за сегодняшний концерт, за... Если что-то было не так, вы меня простите, пожалуйста. Вот. Я все время слышу слово «нет», «нет», «нет». Вот. Ну, хотя бы за «Батман» у меня, простите, за некачественное. Вот. Повторение концертов не может быть... Может, что-то повторяться, какие-то песни, но концерты не могут быть одинаковые, потому что мы же все живые люди, вы сами понимаете. Вот у вас каждый день разное настроение. Оно действительно разное. И есть такое... Я прекрасно отдаю себе отчет, что я неправильно совершенно веду как бы политику шоу-бизнеса. Я должна петь только то, что меня просят люди. Люди, пожалуйста. Поэтому я хочу сейчас исполнить песню, которую для меня очень важно исполнять в сегодняшних декабрьских концертах и, может быть, в январских концертах. Эта песня самая главная для меня сейчас, которая... В общем, если я что-то не спела, я же вернусь и спою. Если что-то не так...
Вы видите, что я могу? Я также в Кремль пришла, никто не заметил. Все, я пою свою самую любимую песню и хочу и благодарю вас этой песней за сегодняшний концерт. Спасибо!
Миша Цевич. Я скажу твою тему. Не знаю, на это увидим. Костя, слушаешь? Да. Все, давай так сделаем. Все. А, я услышала, что сегодня у нас в гостях, причем с таким сильным акцентом, гости из Ирландии. А я вам врать не буду. Это моя мечта. Во-первых, наверное, одна из самых... Присаживайтесь, пожалуйста. Одна из самых красивых стран в мире. Ирландия. Я приеду. Во-первых, я очень люблю пиво. Вот. Во-вторых, у меня есть кореш, который тоже очень хочет в Ирландию. У меня сейчас просто появилось немного свободного времени, как раз ездить в Ирландию. Но я считаю, что вот сегодняшний концерт, да, Ваенга, да, песни, я хочу, чтобы этот концерт закончился нормальной мужской песней. Ну, с петой женщиной, конечно. Вот. Но что... Ну, я прекрасно понимаю, что если вы пришли на мой концерт, вам нравится мое творчество, эта песня точно вам будет нравиться. Я уверена, что вы любите эту песню. И для вас лично, гостей из Ирландии, а также для всех присутствующих. Поверьте, я до такой степени соображаю, где я нахожусь. Я же вам сразу говорила, я почему мне минералочки предложили, говорю, лучше выпить, налить. Я не путаю два удовольствия. Потому что удовольствие петь и удовольствие пить можно позволить себе только дома. А на сцене это распущенность. В моем случае. Поэтому я не пью на сцене. Поэтому, дорогие мои зрители, мои поклонники, мы с вами еще не раз увидимся, дай бог вам и мне здоровья. Но этот концерт я неправильно закончу. Никак заканчивают нормальных люди в шоу-бизнесе. А песни не моей. И для вас специально. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а друг. Если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке с тобой одной, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в гриб. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони. Вверх таких не берут, и тут про таких не поют. И поют. Если шут не скулил мне ты, если хмурый сон он ушел, а когда ты упал со скал, он встал, но не лежал. Если шел он за тобой, как бой, на вершине стоял спиной, значит, как на себя самого положись на него.
Если друг оказался вдруг, да и не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, плох или хорош. Огня в городе не рискни, не бросай одного. Пусть он в связке с тобой одной. Кто такой?